Привет всем, друзья, это канал Сосиска в Тисте. Мы продолжаем карьер за Александра Хомутова. Сегодня у нас матч с Оттавой. Я немножко поменял уровень сложности, играем сейчас на профи. Вы просили меня это сделать. Попробуем мы сегодня именно так сыграть. Если ничего не изменится, лучше я буду играть на уровень сложнее, потому что мне там как бы поприятнее играть. Ну и сейчас ждем матч. Играем мы сегодня в Канаде. Перелет был недолгим, но посмотрим, как мы подготовились к матчу после перелета в Канаду. Турис. Аккуратненько. Копитар. Вошел. Передача. Неточный бросок, но есть. Есть возможность еще подобрать шайбу. Хорош. На синюю линию. И бросок Войнова. Андерсон. Андерсон сегодня будет все тащить. Вы знаете, он у меня в Ultimate Team стоит. Хороший голкипер, но не в последнем матче, конечно же. В последнем матче он у меня накосячил. Ждем, ждем атаки. Воинов, молодец, Копитар, дальше. Габорик входит в зону. Распасовочка, Тоффоли. Ой, хорошая передача, здесь Габорик. Бросок, гол! Вот так вот. Легко и просто. В домик, где Андерсон и не ожидал даже такого исхода событий. Мариан Габорик просто взял и бросил. Смотрим повтор. Да, не успевает собрать щитки Андерсон, и шайба проникает именно между ними. Картер. Щелчок попадает в кого-то из своих же. Это Вильямс был. Бросок Войнова. Хороший. Пока до нашего ворота даже и не пытаются атаковать. Был один бросок, но тот и был неточный. Но хотелось бы побольше, побольше атак, чтобы мы могли проверить свою игру. Выигранное вбрасывание, подбор, Вильямс. Хороший бросок! В своих же выпадаем. Вильямс аккуратненько, хорошо, Картер. Картер может сам все сделать. Передача на Вильямса. Вильямс бросок добить. Нет. Паумпел. Вроде так эта фамилия читается. Картер. Пока по нашим воротам бросков не было вообще. Хорошее переправление, но здесь Андерсон был на чеку. Вовремя переместился на штангу. И все. Прыгное вбрасывание. Копитар тут же отвоевывает шайбу. Пас на пятак, бросок. Выпадает в створ. Копитар на синюю. Музин. Дальше. Тоффоли. Передача дальше на пятак. Габорик. Снова добивание. Шайба за воротами. И атака уже на наши ворота. Маккартер. Тоффоли. Тоффоли, Тоффоли. Ну же, что ты будешь делать? Передача хорошая. Музин, зачем была эта лишняя передача? Подбора у Оттавы очень мало. Потеря шайбы в своей зоне может привести еще к одному голу. Но пока все у нас складывается вполне, вполне так уверенно. Браун, Ричардс. Передача, гол! Рикошет-то какой потрясающий! 2-0! 2-0. Свой же игрок сейчас подставил Андерсона. И шайба залетает все-таки в ворота. От клюшки своего же защитника.
2-0. 2-0, 2-0, 2-0. Очень рад говорить эту цифру, этот счет, потому что две шайбы не в наших воротах оказались. И чуть снова не залетает шайба после рикошета. Райан. Ой, как хорошо сыграли. Передача. Кола. Или кто это у нас? Кола. Или Нолан. Нолан, Нолан, Нолан. Фух. Два броска по нашим воротам. Все пока отбиты. Грининг. Грининг. Нет, это не Грининг, только уже... Ну и все, потеря шайбы здесь. Первый период мы отстояли на ноль. Копитер хорошо сейчас поборолся. У синий. Два броска по нашим воротам, и те отбиты. Райан. Турис. Габорик. Я думаю, все-таки конец второго, начало третьего, ну и весь третий период Оттава будет жать нас. Потому что пока я не вижу от них стремления. Габорик. Габорика принимают здесь. Здесь не дали ему ничего сделать. Райан снова. Райан. Борются, борются. Райан снова с шайбой. Суматоха. Ох, неточный бросок. Тоффоли. Тоффоли. Будет передача, я в этом уверен. Будет передача на пятак. Бросок. Андерсон. Вот Андерсону сегодня работы очень много. Чейсон. Маккартер ждет своих партнеров. Передача на дальний борт. Опасно. Бросок. Добивание. Пятак снова свободен. Ну, раскатывают, раскатывают Оттаву наши игроки. Да уйдите от меня, пожалуйста. Бросок. Снова Андерсон. Ну, Андерсон сегодня, конечно, на кураже. На кураже парень. Чейсон. Передача дальше. Ой, как хорошо, что не прошла. И бросок. Вильямс на пятак. Бросок с неудобной. Андерсон. Сразу скидывает. Грининг. Не точно. Будет передача на этого игрока. Нет. Потеря снова. Неточный бросок. Но мы пытаемся все, по крайней мере, пока ловить. Мы играем в большинстве 5 минут. Видимо, там очень жестко игрок Оттавы принял Дауни. Смотрим повтор. Да. Да-да-да. Очень, очень больно сейчас было Дауни. И 5 минут мы играем в большинстве. Независимо, сколько шайб мы сейчас забросим, в большинстве мы будем играть все эти 5 минут. Габорик. Копитар. Копитар хороший бросок. Андерсону по спине бьют. 4.28 остается.
Опа! Вовремя у него ломается клюшка у Туриса. Проброс будет. Да, не ожидал я атаки в меньшинстве от Оттавы, но им нужно отыгрываться. Им нужно отыгрываться, они будут атаковать в любом случае. Подбор. Воинов. Дальше Дауни. Бросок попадает. То ли в штангу, то ли в голкипера. Бросок. Снова вратарь. Воинов. Дауни. Бросок. Добить. Андерсон. Сбрасывание в рот. Оттавы. Для меня игра скучная получается почему-то. Всего два броска нанесли. Для меня это смешно. Помните, да, сколько мы бросков тогда отражали? Самое бесячее то, что мало бросков, а если один раз точно бросят, то это будет печально. Три броска, да, из них только... Из них один уже в воротах, это плохо. Смит. Турис. Опасно. Музин. Отлично, все пока. Отлично. Передача дальше. Вильямс. Может сам. Нет, он передает. На дальнюю штангу бросок. Гол. Подбор хороший был. Но все-таки реализует большинство. 3-0. Все же... Картер реализует. Здесь шайба, я думал, уже под вратарем. Вратарь, видимо, думал, что у него тоже под ним шайба. Броски, 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 броски. И все-таки шайба оказывается в воротах. Отлично, 3-0. Дауни, Тоффоли. Копитар. Тоффоли, Каборик. Габорик. Передача дальше. Ой, как можно было в ближний-то угол попадать. Бросок, Андерсон. Еще минута 14 играть. Оттаве в меньшинстве. Парни уже, наверное, там устали. Играю всего лишь в два звена. Два звена большинства. Коуэн. А мы пока с вами отразили целых три броска. А нет, шесть. Шесть бы бросков, оказывается, отразили. Я даже... Не знал об этом. Круто. Еще 20 минут у нас есть на то, чтобы отстоять сухарь на профессионале. У меня такого еще ни разу не было. А вот это было уже опасно. А вот это да. Вот это было, конечно, жестоко. Все, я же говорю, третий период настал, это будет сейчас жестокость. Да, у них передача, хорошо, Габори и Кандерсон. Все, вышел у них. Вышел у них пятый полевой, и теперь можно опасаться. Ну, хотя они в меньшинстве мне привезли, чуть не привезли нам гол. Хороший бросок! Маккартер. Штанга, оказывается, была. Вот это да. Я думаю, если попали бы в створ, мы бы затащили. Фух. Да, у них хорошая передача на Габорика. Почти всю площадку шайба пролетела. Бросок Андерсон. Отлично. Бросок. Все опасно, очень опасно. Картер на пятак, будет передача. Здесь на синюю опять. И снова большинство будет. Бросок. Мне нужно убегать. Что-то я это запоздал с этим.
Райан. Райан уже не обращает внимания на то, что они играют в меньшинстве, атакует. И вот сейчас могли бы. Могут и бросить. Возят меня! Оу! Хорош. Габорик. Габорик. Бросок! Андерсон. Выкинет. Да. Коуэн. Мутин. Дальше, дальше. Поехали. Копитер. Кстати, Копитер, я говорил, да, уже, что он после травмы вышел. Бросок! Ну там же был свободный угол. Тоффоли. Передача дальше, бросок. Вот здесь просто Андерсона забивают. Все. Вышел пятый игрок. Остается 11:48. Да, он не бросок. 4-0. Вот чего мы долго ждали. Вот это реализация от наших нападающих. От наших лидеров. Наконец-таки. Дауни. Вильямс. Хороший прием на конек. Передача на пятак. Андерсон. Снова вбрасывание. Андерсон уже в шоке просто, что творит сегодня Лос-Анджелес. И не только Андерсон в шоке. В шоке даже я. Офсайд. 34 броска нанес Лос-Анджелес. Очуметь. Где вы еще такое увидели? ПМПЛ. За ворота. Браун. Бросок. Персон. Снова перехват. Оттава прям даже не хочет играть, мне кажется. Ничего не вижу. Есть! Фу! Затащили. Десятый бросок, получается, это был по нашим воротам. И мы его взяли. Воинов хороший вход. Передача дальше. О, господи, драка. Драка будет. Нет, не будет. Просто потолкаются. И 4 на 4 будет сейчас. Копитер на вбрасывание. Проигрывает. Нет, все-таки Габорик отвоевывает, но потерял сразу. Сразу же потерял. 4 на 4. Очень опасно. Потеря. Габорик, посмотрите, какую скорость включает. Габорик, передача на пятак, бросок. Габорик на пятак, бросок. И снова ничего. Копитер, ну же ты забросишь. Нет, офсайд был. 2 минуты остается до конца матча. 2 раза выигранных вбрасываний у нас. У нашей команды. 17-е выигранное вбрасывание. Вброс в зону. Минута 30 остается. До нашего сухаря. Хороший отбор. Вильямс. Снова Вильямс. Пеупел. Или как его правильно. Шайба выброшена из зоны. Мартинес. Вильямс. Передача на пятак хотел делать, но здесь сразу же 4 ноги было на пути шайбы. 27 секунд до сухаря. И атака наша.
Бросок! Подставленная клюшка могла сейчас пятую шайбу занести в ворота Андерсона. Ох ты, как хорошо мы тащим! Еще тащим! Ну же, сухарь! Да! Сухарь, ребята! Есть! Есть сухарь на нашем счету. Две шайбы сейчас затащили за 10 секунд до конца. Первый сухарь нас поздравляет. Всего лишь один игрок команды. И 12 бросков мы отразили. И да! Мы на третья звезда матча, ребят. 100% отбитые шайбы. 11 сейвов. Отлично! Наконец-таки мы попадаем... Фух, в эту тройку. Тройку лучших игроков матча. Вообще было 12 бросков. Почему-то считали 11 сейвов. Вот это интересно. Это интересно. Ну что, друзья, увидимся с вами в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Если вам понравилась эта серия, понравился сухарь, побольше лайков и побольше комментариев. Всем пока.